Ну что, ребят, поздравляю вас с этим просто потусторонним видом. Просто как у Хичкока кадр. Святой Т-образный перекресток. Видите, присобачили церковку. Этот перекресток еще раз стал святым задолго до этого. Почему он святой? Потому что это дорога в Мариэл. Именно по дороге в Мариэл мы с вами ездим на мой личный Лукойл, вон у нефтяного завода. О, видишь, обывалочка закачивается. Это очень приятная функция здесь у моей ракеты, так же как датчик внешней температуры. И в общем, ну вот так. Вон, видишь, да, вот здесь вот как раз таки сейчас я проезжаю мимо вот этот, ну, как он называется, парк вдоль Москвы реки. Там сейчас есть лыжня. Я собираюсь преодолеть свою тоску и пойти прокатиться на лыжах. Это необходимо для закрепления моих, так сказать, моих ценностей детства. Поэтому на лыжах это будет, знаешь, после зимы 99-2000, после зимы 99-2000, это будут вторые лыжи, буквально так. Здесь я, по-моему, только один-единственный раз выходил на лыжах. На этот свой Братиславский круг. Может быть, один, может быть, два раза. Не знаю, может быть, три максимум. Да, скатился с маленького холма, который бы для меня был бы просто нипочем. В 98-м, 99-м году в детстве. А тут я сразу же упал просто самым бесстыдным образом. В общем, я был великолепный лыжник. Но это было 25 лет назад, ребят. Да, нехилый срок. А я все еще молод, все еще юн. И, в общем-то, и это мне нравится. Все-таки человеку... Итак, друзья, я залил ровно на 1000. Плюс 4 литра после отщелкивания пистолета. Вот столько. Все, берем. Сейчас бонусную карту и идем. Вот, пока насладитесь видом. Вот, как вам? Просто я хочу еще другое видео начать сейчас. Все, вот так, хорошо.